Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Ford Focus 3. Мобиль приехал к нам сделать шумозаряд с торпеды. Разобрали. Вот, нанесли вибропласт под штатный войлок. И приступили наносить подушку. Шумоподавитель Expert 15 мм. Я покажу сам пластик. Что мы делаем с пластиком торпеды. Нанесли вибропласт. Создали каркас жесткости, тщательно прокатали валиком. И приступили вторым слоем наносить шумопоглотитель. Также используем эксперт 15 мм. Сейчас заделаем, доклеим, соберем, проверим и дадим автомобиль владельцу. Так вот выглядит шумоизоляция торпеды на автомобиле. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!